Все поставленные задачи были выполнены отлично, цели все поражены. Одной из задач для нашей авиации было это после нанесения поражения по бронированным объектам противника, уничтожения их, прикрытие высадки сирийского десанта в заданное время, в заданном районе. С чем наши воздушно-космические силы справились на отлично. Ну, во взаимодействии отработали взаимное управление в воздухе, отработка пешей полетному на земле совместными действиями. Тренировки, опять же, проведенные на земле, привели к успешному выполнению всех поставленных задач. С нашей стороны были задействованы ударные вертолеты.